Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки базальта Багрова. А это что такое вообще? Мы одинаково... Это потерянный город или последний город. Ну там на разных картах, короче. Ну, точнее, у разных команд по-разному. Ну здесь он потерянный. Чего? Да. Потерянный. В каком смысле потерянный? Это... Так, все, давайте. Посмотрим, что тут такое. А тут торт на базе, я заметил. Это я, кстати, это я оставил. Так, тут получается железная дорога на земле. Да. А это что за дорога? Это в скором времени будет продолжение квеста, который я хотел бы тебе показать. Так, я так понял, это косточки, да? И, ну, типа яйца. Ну да. Чего типа? И знаешь, что вот это оно из золота. Кресло-яйцо. Так, ну тут стекло выбито. А окон нету, стекло выбито. Хорошо. Это полки стеклянные. Так, а ладно. Вы сейчас в каком здании, погодите? Тут все заросло еще. Ага. Так, ну ладно, пошлите в следующий дом. На вокзале еще лежат пистолеты. Ну потом посмотрим. А это что за домик? Это раньше дом стоял там вот наверху. Вот зарыло в землю. А почему он упал? Землетрясение или какой-то другой катаклизм. Понятно. Зомби-апокалипсис. Зомби что ли скинули его? Мы тут просто зомби-игры играли. А что там написано? Lost. Хотя должно быть написано Vibe. Vibe City. Но как ты видишь, выжившие переделали это как в Lost. Так, тут домик. А вход с другой стороны? Или с крыши? С крыши. Ку-ку. Будем проходить через нормальный вход. Что у меня с головой? Это типа тот город, который мы смотрели, да, твой? Да, но только уже этот заросший весь. И сломанный. Да. А где мясо, которое целый год жарилось? Наконец-то съели. Ладно. Так, тут у нас что? Сам паровоз тот скопирован. Ctrl-C, Ctrl-V. Здесь всякие оружие нашел. Пригодится в будущем. А вот тот магазин одежды. А откуда здесь железная дорога, если там не было ее? Выжившие проложили. О, ну ладно. Так, тут... Ладно. Удобно, да? Все выжившие все делают за тебя. Там столько попользоваться. Так, ну тут вот это открытие. Ленточку еще не перерезали. Даже выжившие. Ну мы в наглую взяли и вошли. А где телепорт секретный? А, тут его уже нету. Это мы сделали более логичнее. Лестница в никуда. Так, здесь получается стекло валяется. Стекло, да. И паровоз. А что это у него тут наверху? Это, по идее, должен был быть этот... верхний переход. Да. Ну, только поезд слишком большой оказался. Или вот прогнулись вот эти балки, и он вот так... Ну да, смотри, у него тут балки подкошены, поэтому он и провалился вниз. А этот поезд ехать может? Нет. На этот раз он декоративный. А кнопка что, не работает? А кнопки нету! Самая крутая фишка. А что тут? Вон кстати, там... я стою рядом с пасхалочкой, если что. Какой пасхалочкой? Ты показывал ему пасхалку. А, подсказывал? Ладно, показывай. А, не показывать, ладно. Может, сам найдет потом. Че тут за пасхалка? В конце покажем ему ее, да? Если сам не я нашел помойку. Помойки? Там сидит очень нехороший человек. Матвей. Меня... Да. Он тебя обидел? Обидел. Он против размножения людей. А ты, значит, другим попутал, да? Кустики. Здесь, тут дерево на крыше растет. Так сейчас это заметил. Где? На крыше дерево. На крыше где? Вот этого здания, в котором вы. Нелогичность продолжается. Вот эти крылья... С какой-нибудь джетпак возьми и залети наверх. А, я понял. Джетпак с крыльями. Вот, смотри, дерево на крыше. Давай, вайб в сити, там вообще ёлки росли на дереве, на вон том домике. Много. Вот этот вот, если чё, панкейк, ну, Беляш, он не видел старый вайб в сити, я бы хотел ему показать. У тебя материалы не остались? А, вот эта проблема в том, что это удалилось у меня, короче. Печалька. Но он был вроде бы в ютубе, я не помню. Вроде его там нет. Вроде бы есть. Успел. Ладно, давай тогда дальше. Так, я готов. Значит, что я тебе еще показал? Ну ты показывай, я скажу, ты показывал, не показывал. Это последняя постройка, самая прикольная. Да. Шагоход. Самая лучшая, наконец. А что, старый Vibe City ты удалил? Да. Жалко. Лесенка опасная! Нет. Ладно, залезайте. Козырька. Так, а где вход-то? А, сзади меня. Можно сбрасывать лестницу. Сзади башни. Да, вот. Стоп, как ты лестницу сбросил? Ну вон. Здесь у нас что? Чертежи самого? Исследовательский фонд.
Исследовательский пункт. А! Земля дрожит. Это я, наверное, выстрелил. Ой. Я выстрелил, и вот задрожала земля, походу. А здесь у нас не кочегарня, а больше, наверное, за отопление отвечает. А что там, холодно, что ли, так? Мажок пятой степени. Типа, враг слева по борту. Не, вот так. Поехали вперед. Ой, я сказал, поехали. Ооо, классно. Казарму видели, наверное, видел, нет? Или вообще не успел посмотреть? Ё-моё! А, мы уже пошагали! Стоп, остановиться! Где казарма? Блокировка шагохода врублена. Пока! Первого сдвинуть с места нельзя. Стоп, чего? Типа тормоза. Да, типа тормоза. А где казарма? Казарма? Ай! То есть на среднем уровне, скажем так? То есть залежаешь по лестнице и вот... Я отпрыгиваешь, да, вот. Так, это, здесь столовка, здесь казарма. Здесь можно поспать и побить грушу. А этот коврик для отжиманий. Так, здесь у нас все. Покушать. Столовка. Сегодня у нас борщ, пюрешка и салатик. Нет. Все, и как этот блок называется? Сейчас посмотрю. Секунду. Сегодня у нас конкреты. Цемент. Сегодня у нас... Мы двинулись с места! Я ручник не поставил. На ручник поставлю пока. У нас тут получается красный цемент, желтый цемент и зеленый цемент сегодня на обед. Офигенная диета, скажем так. Так, а куда теперь идти? Тут все дрожит, что происходит? Где мы? Машина двинулась с места. Остановить махину любой ценой. Мы можем теперь ходить по этому. Осторожно! Остановить! Нет, у нас же экипажи предатель. Как это остановить? На QE управляется, а не AD. Я сблокировал, если что, там шагоход, поэтому... Я сейчас на крыльях за вами наблюдаю. Как отблокировать, скажи? Экипад 1. А, вижу. Дальше что, чтобы ходить? Ю-е. А Q и на Е. То есть одна из них отвечает за вперед, другая отвечает за зад. Ой. Собачка. Давайте заново загрузим, а то я немного, кажется, испортил. Немножко. Остановите. А. Так. Че это шагоход? Я хочу сломать башню. А можно я можно мне лестницу выбросить сегодня? Давай. Сейчас я это зафиксирую, чтобы ходить нормально. Так, все, отфиксируй. И чё? Ответственный момент! Пушка, ломайся! Пушка, ломайся. А пушка может тоже что-то делать? Да, поворачиваться и стрелять. На F стрелять. Чем стрелять? На F. И потом кликаешь. Куда? Ну, допустим, в тот самолет. Там ПВП. Просто хочу посмотреть, что произойдет. Я слышал взрыв. Нормально, пушка есть. Блин, как обидно того челика, если он в этот момент строил и забыл отключить ПВП. Ой. Ой. Жалко его, реально. Мы будем до конца его, да? Ладно, поехали тогда, давайте пошагаем. А что, он реально не сохранил? Шагоход классный, для два человека. Один ходит, другой стреляет. А третий тупо бегает и какую-нибудь фигню делает. Кушает. Это экипаж состоит из всех людей на сервере. А кто тогда воевать будет? Не знаю, это вообще не исследовательский должен быть, был. А потом я заметил то, что на картине там этот, у него есть пушка. Воу, слушай, а красное стекло ему идет больше, чем обычное? Нет. А чё с ногой стала, она вывернулась, как у меня было? Кстати, Кремлин, ты теперь лысый. Нет. А что случилось-то? Почему он не шагает? Ты выстрелил прям в корпус. И ты сам себе пушку отстрелил. А это новая механика пушки. Если что, там этот типа такой есть. Стоп, что случилось? Давайте заново я попробую пошагать. Уникальная история о том, как Ух умер, пытаясь залезть в шагоход. Я выпрыгнул нарочно. Я пошагал к вам обратно. Можешь заново загрузить? Чтобы... Опа! Хоп! Давай, хоп! Загружай! Работай лапами! Работай крутящим моментом! А еще я хотел бы спросить, можно мне поменять на сервере никнейм на Базар Багров? А то меня уже застали люди, которые говорят, что я фейк. Меня даже хотели кикнуть за то, что, типа, с другого человека.
Пацаны, ну просто, просто его это... очень хорошо знают. Все. Пацан, hello! Нет, на экипаже есть предатель. Хоба! Ох, ема! Блин, как бы поднять теперь лестницу? Не, ну ты на джетпаке заходи. Воу. Так, ну что, он умеет шагать. Ай! Хочешь битву? Ваня, битва! Сломанный против рабочего. У меня тоже сломано теперь из-за тебя. Еще бы сейчас такую музыку из Dark Souls, да? Сейчас поверим. Чтобы был только один. На этой площадке есть место лишь для одного шагохода. Спускай. Я хочу попробовать пошагать, но мне никак не дадут. А я залез в ноги. Все, я теперь буду здесь жить. Теперь это моя маленькая база. Ну что тебе так не получается? Почему я не успеваю? Ладно, я пошел управлять им. Тоже залезай. Так, сейчас сделаю столик какой-нибудь. А чё он не шагает? Этот вот сделал столик какой-то там. Он не шагает. Фиксацию отключи у столика своего. Сейчас отключу. Селектал. Всё, шагай. Да... Ты все механизмы сломал. Я ничего. Ничего. Это не он и не я, это... Нам пришли мстить. А. Я понял. Заново загрузи и выключи PvP режим, чтобы такого больше не повторилось. А ты сейчас? Там пришли мстить. Мстя. А. Ладно, я посижу тут. Мстя, посиди, домашку поделай. Так, все, пошлите в шагоход. Фиксацию отключай и посмотрим, как он будет. Тортик. Наконец-то я смогу пошагать. Чужую кушаю тортик. Я захожу. Поехали. Не нормально. Просто сижу, кушаю тортик. Он прикольно шагает. А, кстати, это шагоход с твоего видео, там, два. Просто немного, малость модифицированные. Ну, он легче гораздо, твой. Наверное. Да, потому что там сзади столько всего надо делать. Начинаем рейд огромного шагохода. Ай, а почему когда назад идешь, так происходит? Руки вверх, это рейд. А, у него, типа, сейчас покажу. О. Тихо. Смотри. Направляйся к финишу, иначе пулю в затылок получишь. Так, а что надо делать? Так. А он тоже что-то делает. В невидимых штуках он. Что происходит? Кто там в космос? Он опять сломали. Да ё-моё. Ну ладно, наверное, мы его не сможем все-таки починить. Теперь давай попробуешь пройти квест.